Спасибо, Господи. Но следующая композиция прозвучит «Музыка моя», за которую я когда-то получила лауреатство на этом фестивале. А слова иеромонаха Трифона и монахини Тамары. На эти стихи очень много версий песен. Но я об этом не знала, когда сочиняла свою версию. А вот аранжировку для моей музыки написал замечательный рок-музыкант Стас Бартенев, который также является участником нашего фестиваля прошлых лет, лауреатом. Его очень многие знают как музыканта группы «Черный кофе». Сейчас у него рок-команда, православная рок-команда. Если, возможно, когда-нибудь вы услышите и заинтересуетесь в интернете. Итак, «Русь державная». По Руси моей пойду, словно странница. Не чужая я, ведь ей не изгнанница. Буду правду я искать, правду Божию. Православная, загудишь и зазвони, и вон колокол, Русь святую пробуди от сна долгого. Что мне стужа, что мне жара, скорби вечные. Спасибо, Господи.